перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Эй, здорово, динозавры. Здорово, динозавры. В следующем году поедем в Пермь. Элджей пиже. Да я не спорю. Элджей, заебись. Элджей, заебись. Привет, привет. Привет. Все, что, как относишься? Моргенштерну после разоблачения. Какого разоблачения? Нашего? Он что, нас разоблачил? Жестко. Хорошо отношусь тогда. Где старые маски? В рюкзаке. С ними все окей, не волнуйтесь. А, как тебе в Тюмени? Кайф. Привет, 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 чуваки. Омск, конечно, понравился, братан. Омск круто прошел. Не, мы пока не в Кемерово, мы пока в Новосибирске. Завтра утром выезжаем в Кемерово. Завтра утром выезжаем прям в клуб и разъебываем Кемерово. А потом в Томск, по-моему. Дебелый. В номере, наверное. Хуй знает. А, как жизнь? Да ничего, братан, нормально вообще. Хорошо, брат, спасибо, что спросил, брат. В Украину давайте. Ну, мы бы дали в Украину, но нам не дают в Украину. Украина нам не дает. К сожалению. Все тяжелая атлетика, блядь. Пиздец. Не устал с города в город кататься. Ну, есть, конечно, усталость, но все равно, бля. Выходишь на сцену, заряжаешься, и все охуенно. А сегодня у нас нет концерта, у нас перерывчик один день. Да, чуваки, дробовик. А что, Гриш? Почему клип сняли именно дробовик? Потому что нам нравится трек тут. Крутой трек. Самый разъебывающий. Как по мне. 40 тысяч, чуваки, комментариев, бля, клип у вас. Ну, мы все равно его, конечно, выложим, блядь. Но.
Ну, бля, мы хотим посмотреть, как вы его ждете просто. Не зря мы старались. Или зря. А, 40 много. Ну, хуй знает, вот и проверим, много для вас 40 или немного. Мы как бы верим в вас. Вы, походу, нас не верите. Чё, Гриш? На каком концерте было меньше, больше всего человек? Блин, хуй знает. Как концерт в Ирке? В Ирке? В Иркутске, типа? Классно все. Будете делать клипы на более динамичнее? Да, будем делать. Конечно, будем, братан. Привет, привет. Паша Ку. Паша Ку, кто такой Паша до сих пор? Непонятно. Точнее, я понимаю, но... Ну ладно, пусть будет Паша. Го-клип заебал. Го-клип заебал. Иди нахуй, ёпта. Ждем в Барнауле. Мы тоже ждем тебя в Барнауле, правда. Кто проехал с вашим треком в машине? В машине, да, ездите с нашими треками в машине, чуваки. Было бы круто. На дорогах своего города. В пробках. В пробках включайте дробовик. По фитам мы ждем одного человека интересного, не знаю, что с ним. Может быть, будет что-то. Знаете, Беларусь, да, Беларусь, сори, тоже. С Омском, привет, Омск. В Нью-Йорк, да, скоро. У нас большое шоу в Нью-Йорке, кстати. Придут все динозавры Нью-Йорка. Динозавры Нью-Йорка, ждем вас. Послезавтра концерт в Нью-Йорке. Да, скоро в Красноярске, бляха. После тура, когда концерты будут сольные? Через год, бро. Ну, плюс-минус. Привет, 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 привет. Привет, казахи, киргизы, все народности. В каких масках в Москве будете? А вот увидишь, в Москве будет охуевшее шоу. Ой. Так что, кто пока не купил билеты в Москве и в Питере, сделайте это прямо сейчас. Я MC из ЕКБ GoFit. Все, пиши на почту тогда. Если ты MC, ты точно? Если ты точно MC, то пиши на почту, сделаем фит. Мы тебя завтра уже демки вышлем, посмотришь, будешь записываться на них или нет. Когда фит с плавником? Каким плавником, братан? С
С жабрами будет фит. А. Как через сколько лет повторный тур? Через 10 лет прощальный тур. А потом через год возвращения. Грандиозно. Зачем вы такие вопросы задаете глупые? Спроси что-нибудь не глупое, бро, пожалуйста. Хоть ты-то, ну хоть ты-то. Слушал новый альбом Босса, какое мнение? Не слушал. Кто мой любимый исполнитель? У меня нет любимого исполнителя. Привет, Буденновск. Привет, Буденновск. Как вашего кота зовут или кошку? У нас нет кота и кошки тоже нет. Ты, наверное, про кошку нашего звукорежиссера. Его зовут. Как его зовут? Я не помню что-то. Как же его зовут? Патрик. Его зовут Патрик. Ха-ха. Что за самое жесткое в жизни происходило? Пиздец, вопрос, конечно. Не настолько хороший. А кто бит спиздил? Кизяка у вас или вы у него? Чуваки, пиздец, бит спиздил. Просто эти два бита оказались, точнее, этот бит оказался и у него, и у нас. От GK такой битмейкер был. Он нам его выслал, Кизару, поэтому получилось два трека на один и тот же бит. Вот и все. Почему мы не показываем свои лица? О, почему бы тебе не прочитать интервью на The Flow, например? Там все есть. Такая наводочка. Peace. Ассалам. Чем радовать будете после дробовика? Да как, мы всем тебя будем радовать. Просто смотришь, слушаешь нашу музыку и радуешься. Го в Норильск. Все, хорошо, летим в Норильск. Я запомнил, сейчас запишу, потом не забуду. Скоро в Норильск. Творческие планы на будущее? Развиваться, писать альбом, снимать клипы и много всякого другого. Мамкины сатанисты на The Flow пишут. Да. Мамкины сатанисты. Там много смешных комментариев. Почему ты так неловко себя чувствовал во время фристайла? Во, хороший вопрос, кстати. Почему себя неловко чувствовал? Ну, потому что мы неопытные в таких шоу были. Мы же только начали, вот буквально недавно, как-то себя позиционировать во всяких интервью и прочее. Поэтому неуверенно держались. Ну, все с опытом приходит, я думаю, все будет нормально в дальнейшем. Вот, что я хотел сказать по этому поводу. Казахстан, да ебаный в рот, когда в Казахстан? Бля, кто ты?
отвечаю, листаю вопросы всякие, что... Будет ли в будущем что-то похожее на Poison? Не будет что-то похожего на ни на один альбом у нас дальнейшие релизы не будут похожи. Нахуя, просто спрашивается. Стилистика останется у нас всегда. У нас уже выработалось, я думаю. Можно отличить Гевелевского от нет. А похожего ничего не будет. Вы сильно устали? Не, не сильно, ну, есть усталость, конечно, но все круто, все равно держимся нормально. Разъебете Барнаул? Ну, конечно, разъебем, спрашиваешь. Привет. Ебай. Капслоком какой-то долбоёб. Земля тебе пуховик, да, дебил. Ладно, чуваки, пока всем.